Всем привет! С вами снова я и моя рубрика «Халява по почте». Пришел мне вот такой вот конверт с халявочкой от Johnson & Johnson. Шел мне где-то 2 месяца. Понятия не имею, что у меня здесь. Давайте посмотрим, откроем его и узнаем, что же все-таки внутри. Открыла я свой конверт. Достаю содержимое. Больше в конверте ничего нету. Конверт, кстати, тонкого картона. А здесь у меня тампоны Аби. Так, написано образцы. 2 штуки. 2 капли Pro Comfort Mini и 2 штуки. 3 капли Pro Comfort Normal. Шелковистое покрытие Silk Touch. Так, не для продажи. Вот на разных языках написано. Так, что пишут сзади? Сзади у нас, внимание, прилагается инструкция и т.д. и т.п. бла-бла-бла. Много чего написано. Откроем, посмотрим, что все-таки внутри. Так, а внутри у нас то, что было написано. Вот такая вот инструкция по применению. Я так понимаю, как пользоваться. Дальше у нас идет вот такая вот бумажечка. Непонятно для чего. Просто бумага белая, без каких-либо надписей, оттисков и чего-либо. Скорее всего, просто чтобы сжала форму. И дальше идут сами тампоны Оби. 4 штучки. 2 поменьше, 2 побольше разных размеров. Вот такая вот халявочка у меня для вас сегодня была. Ссылочка на халяву будет в описании обязательно. Кому понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Как сказала, еще раз повторюсь, ссылочка на халяву будет в описании. Если у вас появились какие-либо вопросы при заказе данной халявы, пишите мне, отвечу с удовольствием. Спасибо за просмотр. Всем пока!